С горки, да. Желудь. Это желудь, да. Нам надо будет поискать желудь, да? Домой возьмем, сделаем человечков из желудей. Да. Вон, видишь, как много там желудей. Вот. Нам нужен желудь с шапочкой. Давай. Нет. Сейчас. Доброе утро, ребята. Какой меня сейчас ждет шикарный завтрак после вечеринки. Класс. Итак, еще раз доброе утро. Воскресенье. День после гулянки. Я, в принципе, нормально, я вообще себя отлично чувствую. Весь вечер цедила бокал и пила очень много воды, поэтому я бодрячком просто, что я очень спать хотела уже, так как я сейчас, действительно, раньше ложусь и гораздо раньше встаю. Вот. Я иду гулять, пока родители еще у меня. Покрасила маме брови, поела самсу. Вот папа вернулся с Соней с прогулки, и теперь я пошла. И быстрым шагом, что-то мне прохладно, поэтому надо реально быстрым шагом, чтобы согреться. Сейчас что-нибудь послушаю, кому-нибудь позвоню, поболтаю, не знаю. И я пройдусь. Мама! Ух ты! Ой! Мама! А-на-на! Ой! Опа! Опа! Мама! На ножке. Как правильно держать, покажи. Как палочку надо правильно. Вот так. Мой умничку. Класс. Молодец такая. Умничка. Так, воскресенье проходит очень спокойно. Родители уехали. А я сейчас хочу сделать ногти. Посмотрите, у меня вот этот вот сломался. Я подпилила, он еще раз сломался, облез. Да, вроде как бы еще можно было бы ходить, но вот этот вот тоже сломался. Я его подпилила, и они теперь все разной длины. И меня такое бесит, когда разной длины. Вот если без этого среднего, да, видите, еще они... Не так сильно отросли, можно было бы ходить. Ну, вообще не особо отросли, неделя, может, прошла. Но, да, вот эти два поломанных, они меня выбешивают, поэтому я лучше переделаю. Ничего не делаю, просто отдыхаю. Ну, влог смонтировала, с Сонечкой поиграла, как-то так, поужинала. Сильно у меня как-то жор напал, и самсы поела, и риса с мясом, и Сониных кукурузных штучек сладких. И чай с медом, все подряд, короче, я сегодня пихала. Но сейчас время 7, я где-то в 6 поела, больше не буду. Вот, как бы хватит. Я на 2 дня вперед наелась. В общем, сейчас собираюсь включить сериальчик и делать ногти. Мы только что вместе с Соней поели, она там ест десерт. Я включила мультики, а себе включу здесь сериал и хотя бы спилю. А красить, наверное, уже буду, когда уложу ее. Та-дам! Давно не было светлого, и решила сделать сейчас с моими загоревшими ручками. Прикольно выглядит, плюс мне их пришлось под корень, да, под
подпилить, потому что у меня сломались два ногтя. Когда прям вообще короткие, то, мне кажется, светлый лучше смотрится. Вот, Соня спит, я сейчас хочу тут прибраться немножечко и, наверное, тоже лечь спать. Доброе утро, ребята! Понедельник. Я сегодня продолжу этот влог, потому что воскресенье всегда очень спокойный день, и как-то я особо ничего не снимала. Мои ноготочки, так что-то давно не было светлого, прям соскучилась. Соня в садике, я сейчас иду завтракать и хочу поменять постельное белье. Ну, поработать немножечко, поработать как-то так. Погулять бы надо, но что-то так мне прохладно, надо одеться, кстати. Я сейчас повалялась в кровати еще чуть-чуть. Подумала поспать, но так и не заснула, и думаю, ладно, встану. Отчаянные домохозяйки, яичница и бутерброд с сыром. Взяла ребеночка из садика. Соня, в магазин поедем? Да. Да, поехали. Ну, на машине, конечно. Как машин? Скажи, ауто. Нет, это все. Ножками? Да. Ну, ты можешь ножками, а я поеду. Кораблик. Смотри на меня. Смотри на меня. Боже, как вкусно. У меня сейчас просто астрономический оргазм. Я взяла себе, я шла и думаю, блин, вот хочу что-то такое, что я давно не покупала. И, ну, небольшую пачку купить, а вот одну там какую-нибудь шоколадочку или что-то. Взяла себе вот такую вот одну полосочку Рафаэлло, там 4 маленькие штучки. И вафлю с шоколадом и с кремом. И съела это сейчас. И мне так вкусно, я так пить хочу. У меня закончилась вода в машине. Я так хочу пить. Сониной воды тоже нету. Мы ее в садике забыли. Ну ничего, до дома тут 5 минут, поэтому... Но мне было сейчас... Просто хотела с вами поделиться. Я сейчас самый счастливый человек на земле. Мне было так вкусно! Я уже давно не покупала сладкое домой. Последний раз покупала резиновые мишки, но они не супер сладкие. Вот мед могу попить с чаем, а вот так, чтобы шоколадочку, да с кремушком. Это хорошо было. Почему это вредно? Мама. Мы вернулись в магазин, Соня там еще вот такую штучку нашла. И вроде как удалось мне ее даже пощупать. Ну, такой прикольный цвет для контуринга. Попробую ее тоже. И смотрите, что нашла еще. Вот такие наклеечки. Скоро Хэллоуин. Так что сейчас все в Хэллоуине. Все в масках, в черепах каких-то. И вот такие не наклейки, а эти... ну, наклейки для... Типа такие гелевые наклейки для стекла, для окон. И я думаю, что вот эти глазки должны ночью светиться, да, если днем их... Они зарядятся от солнца, так что наклеим сейчас Сонечкой на окно. Опа! Вау! Вау! Давай смотреть. Это луна, Мия. Так. Вау, Сон, смотри. Вот сюда двигайся. Вот сюда сейчас будем клеить на окно. Да.
Вау! Паука возьмешь? Подожди, 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 не тяни. О, на, клей куда хочешь. Туда. Ух ты! Смотри, какая тыква. Тыква? Да, куда? Ой, мам. Туда. Вот туда? Вау. О, подожди, подожди, подожди. На луну. Куда луну надо приклеить? Вот тут. Высоко, да, надо? Давай. Сюда вот клей. Ну или куда хочешь. Туда. Угу. Ой, как высоко приклеила. Ой, давай кошечку. Нет. На. Нет. Ну на, маму приклеит? Да. Хорошо. Не, не, сама, сама. Сама, давай. Да, ну да. Клей сначала ее, потом это будем. Не, кошечку пониже давай, вот здесь клей. Вот. Подожди, вот так. Вот. И вот. А хвостик вот так же должен быть, вот так. А у нее ночью будут глаза светиться, Соня. Глазки будут светиться ночью, я думаю. Тыкву? Бери. Вот это. Куда? Ой, да я здесь. Бери рядом. Да я здесь. Летучие мыши. Ой. Опа. Вот так, мама. А, вот здесь. Мама, мама. Мама должна? Вот туда. Одну сюда, одну сюда. Не, туда. Рядышком? Да. Хорошо. А вот паук еще. Как? Ой, да, да, две, две на звездочки клей. Только в разброс клей, не надо рядышком. По себе будет. Здесь. Еще звездочка. Луна. Возле луны. Вот здесь можешь приклеить. Нет, вот. Почему все рядом, Соня? На, вот еще одну. Возле луны приклеить. Нет. Покажу вам, как Соня решила распределить. Если одинаковые, эти все рядышком. Наверху луна. Понравилось? Да. Сейчас еще чуть-чуть, может быть, кошечка зарядится. А, может, ее пере... Надо, наверное, глазками в ту сторону, чтобы она светилась. Оставим пока так. Нет, Сонь, Сонь, оставь. Это все это будет здесь. Вот сюда приклей. Вот так, в разные стороны. Чтобы на все окно было. Вот, смотри. Нет, туда. Туда. Мой ужин. Рис с мясом и два помидора. Еще я съела два яйца. Просто думала, больше есть не буду, съем просто яйца. Но в итоге я все-таки ем. У нас такие перепады. С утра 8 градусов, днем 23. Днем реально я иду в джинсах, футболке, а утром на эту футболку еще кофту теплую и все равно мерзну и включаю себе еще под попу батарею. Ребят, время 11, я сижу, монтирую влог и не могу, прям просто вырубает меня, просто вырубает и все, я постарела, у меня сменился режим. Либо, может быть, я синхронизовалась с немцем. Он очень рано ложится, очень рано встает. Хотя, да, как бы я сплю у себя дома. Но синхронизация на расстоянии. Я не знаю, как так произошло. Но теперь я шаворонок, шаворонок. А ты сова. Поэтому я сейчас пойду спать и буду монтировать. Завтра Соню отвезу в сад и вернусь, помонтирую. На этом я закончу этот двухдневный влог. Буду с вами прощаться. Подписывайтесь, кто еще не подписан. И увидимся с вами завтра.